Правительство Мурманской области сотрудничает с Ростелекомом уже давно, и на встрече в региональном правительстве обсудили новый набор совместных задач и инициатив. Прежде всего, это такая базовая история, связанная с подключением наших там школ, социальных объектов, ну и новые идеи в части цифровизации тех, о которых мы договаривались. Помимо подключения ряда школ и социальных объектов к сети интернет, говорили о создании на территории области арктического центра обработки данных. Все больше и больше данных будет храниться в регионе в виде видео, изображений и так далее. Поэтому, на наш взгляд, уже сейчас возникла потребность в строительстве центра обработки данных. Кроме того, правительство региона и крупный провайдер цифровых услуг совместно разрабатывают социальные проекты в сфере энергоэффективности, внедрения компьютерных решений для системы здравоохранения, развития системы видеонаблюдения и фото-видеофиксации на территории Мурманской области. Максим Соловьев, Анастасия Семенова, Павел Третьяков, ТВ-21+.